выход. Что? Ваш выход, говорю, ну, господин. Сейчас. Короче, Чермен, там такое болото. Нормальное там болото. Плохое? Вот. Слишком. Смотря с какой стороны рассуждать. Ну с какой ты рассуждаешь? Да нормально, там можно ползти как-то. Как тут никто не застревал? Нет. Нива красиво прошла так, культурно. Все? Все. Уже 10 километров проехали. Да ладно. Ух ты!
слушаю тебя, Чермен. Это хорошо? Как здоровье? Не, езжай, езжай. Так медленно, спокойно, чтобы. А пообщаться еще успели. Хорошо, давай пообщаемся. Ну как твои дела? Мои дела, вот бегаю, пешеходы бегают всегда. Хорошо, а ты видел, какое там болото? Нет, еще. Нет, еще. А мы уже туда ходили немножко. Там болото, что болото? Болото я, конечно, широкое? Широкое очень. Где-то... А глубина? Глубина? Там не в том, что проблема, что глубина, там такая почва говенная, что я думаю, лазы на Симиксе встанут. И... Где? Пораться. Венчик ушел. Ну куда? А пусть идет. Ключи-то же здесь, чего вы переживаете? Ключи же здесь, чего переживаете? А, нету? Кого? Фу. Где болото? Не знаю, что-то болото мы не доехали. Уже вот тут это, второй столб стоит. Болота нету. Вот опять полно. Да, много. Сюда еще доехать надо. Можно пособирать пока что. Да. Я просто не разбираюсь в грибах. А что ты их потащил? Опа. Да. А что, чем? Ключом. А, у тебя ключ был? А, там. Привальчик сделаем 10-15 минут. Там обегался. А то все машины здесь не встанут. Надо было туда съехать. Они не сообразили. Вон еще, вон туда, вон можно. Вон туда. Вот вам спецназ. Пока чайку топил. Ну, нам что дальше? Да. А, вот как раз здесь сейчас ручей будет. Да? Да, вот самое жесткое место. Вот здесь? Да, вот здесь. Тогда там глушиться надо. А? Там глушить надо будет машину перетаскивать. Че? Я говорю, там машину глушить надо будет перетаскивать. Что, глубоко, да? Он не глубокий. Он не глубокий, но очень нервный. Глинистый. Ну не глубокий, подходы, Серега. А? Мишлорфеля пройдет еще? Я проходил спокойно. Ну ты себя не сравнивай с этим. Не-не-не, Чермен, реально с говорю, даже не пачкался. Да? Бывало, сидели капитально. Я сидел на боку, у меня вот так вот грязь была. Да ладно. Я не серьезно говорю. Вот так, говорит, грязь была, блядь. Ну вот там, где он сел, вот сейчас впереди, говорит, вот так, говорит, грязь, говорит, была. Где? А там? В болоте. Нет, подожди, он еще не доехал.